Жил я на свете один-одинешенек, вдовел уж который год. Да вот с одного дня стали со мной дела дивные твориться. Как сейчас этот день помню. До полудня работал я на покосе, не разгибая спины. Да ненароком голову поднял и обомлел. Идет по лугу молодица, будто лебедем плывет. Глянула на меня и враз приворожила. Я уж и косить позабыл, только чую, что ноги сами к ней несут. Подошло, и сам того не ожидая, предложил ей замуж за меня пойти. И вот диво-то, она тут же и согласилась. Стали мы жить с ней душа в душу. Хоть и не знал я, не ведал, кто она и откуда. Да вот как-то проснулся я посередине ночи, а женушки-лебедушки мои нету рядом. Решил я, что пошла она водиться в сенях и спить, да и заснул снова. А утром узнал, что ночью в деревне дом сгорел. «Уж не бегала ли ты ночью на пожар?» — спросил я у жены. А она в ответ только недобро как-то усмехнулась. И вот же в другую ночь проснулся я, а жены опять рядом нет. Обошел избу, в сени заглянул, но так ее и не нашел. Стал жену дожидаться, да сморил меня сон. А утром вижу, она у печи хлопочет. Только хотел спросить, где она ночью была, да тут соседка вся в слезах прибежала. Плачет, убивается, пала, говорит, у нее ночью коровушка. Я к соседке с сочувствием, а женушка моя и словечко не обронила. Мне что можно быть такой бессердечной, думаю. Но на ту пору меня больше заботило, куда она по ночам исчезает. И решил я за ней проследить. На следующую ночь притворился, что сплю. И вот вижу, что стоит моя жена посреди избы и заклинание творит. А потом закружилась на месте и будто в воздухе растворилась. Бросился я к окошку, а она по небу несется, и страшно на нее смотреть. Ох, да чего же мне горько стало! Понял я, что женился я на ведьме, и это она творит по ночам в деревне черные дела. Решил я все же попытаться ее образумить. Вышел во двор, стал дожидаться. И вот перед тем, как прокричать петухам, налетел во двор вихрь и обратился моей женой. Тут же поняла она, что разгадал я ее тайну. И так разозлилась, что схватила прут, ударила им меня и крикнула: «Доселева был ты мужиком, а теперь стань собакой!» И в тот же миг повернулся я псом. Стала она меня бить и выгнала со двора. Выбежал я на улицу и думаю, как дальше-то жить в собачьем обличье. Нечего делать, побежал в чисто поле. Вижу, мужик стадо пасет. Пристал я к этому стаду, начал за животиной ходить. Какая от стада отобьется, я сейчас пригоню. Увидал мужик мое старание, начал меня кормить и поить, да и на ласку не скупился. Хорошо мне жилось в собачьем обличье, а все же тянуло дома побывать. А вот жена опомнится, да сделает меня обратно человеком. Прибежал я к себе во двор и стал в дом проситься. А жена выбежала на крыльцо и как обдаст меня всего водой. Так уж мне обидно стало, побежал я, куда глаза глядят. Не судьба мне, видно, быть опять человеком. И вот тут-то случилось еще одно диво дивное. Повстречал я на дороге одного старичка. Тот, как глянул на меня, сразу распознал, что я человек, а не собака, потому как был он большой знахарь. Сорвал он зеленый прутик, что-то пошептал над ним и ударил тем прутиком меня. И в раз я обернулся опять мужиком. Дает он мне зеленый прутик и сказывает: «Иди домой, и как увидишь свою жену, ударь ее этим прутиком, но только держи его в левой руке и при этом скажи: была ты женою бабою, а теперь я будь козою». Низко поклонился я старичку и побежал к ней. Только во двор вошел, а жена мне навстречу. Увидала меня в человеческом обличье и обомлела. А я, не мешкая, с левой руки ее прутиком ударил со словами: «Была ты женою бабою, а теперь будь козою».
ту же минуту сделалась она козою. Скрутил я ее за рога веревкою и повел на житье в сарай. Целый год там ее продержал. А завидит меня, блеет так жалобно, что сердце разрывается. И смотрит, будто прощения просит. Жалко мне ее стало, мочи нет. И тут вспомнил я про чудесный прутик, что хранился у меня. Вывел я козу из сарая, взял тот прутик в правую руку и ударил ее со словами: «Была ты козою, а теперь стань хорошую женою». И чудо свершилось. Тут хозяйка моя бросилась мне в ноги, стала плакать, просить прощения, и навеки вечные поклялась жить по-божьему. С тех пор и живем мы с ней в любви согласии. Вот такие бывают на свете дела дивные.